В матче за третье место на поле стадиона «Старт» встретились команды цеха номер 22 и 38. Эта игра подарила зрителям много захватывающих моментов. В первом тайме обе команды шли вровень. Затем футболисты 38-го начали активно наступать, захватив преимущество 2-1. Футболистов 22-го такой расклад не устроил. Они сравняли счет 2-2. Именно с такими цифрами завершилось основное время матча. Кто же уйдет домой с бронзой? Судьбу третьего места определила дуэль вратарей, серия пенальти. Спортсмены забивали по очереди, без промахов. Напряжение зрителей возрастало. После нескольких пенальти в дуэль вратарей включились и сами голкиперы. И удача в этот раз улыбнулась метким спортсменам 22-го цеха, которые 6 раз пробили ворота соперников и стали бронзовыми призерами первенства по футболу. Через несколько минут стартовал финал соревнований. Первая часть финального матча первенства корпорации ВСМПО «Висма» по футболу, состоявшегося на старте 23 июля, как дежавю из прошлого года. Во-первых, играли давние соперники, спортсмены цехов номер 16 и 32. Во-вторых, в первом тайме ворота обеих футбольных дружин так и не были распечатаны. Плюс футболисты 32-го выстроили знакомую линию нападения, на которую прокатчики ответили сильной обороной. Во втором тайме позиции команд изменились. Спортсмены 16-го перешли к активным атакам, успевая при этом уводить мяч из своей игровой зоны. На этом сходство с матчем прошлого года закончилось. В финале 2017-го решающий гол ворота плавильщиков забил Максим Удинцев, отжигальщик цветных металлов цеха 16. А в нынешнем первенстве никто из спортсменов не пробил ворота в основное время игры. Цифры на табло не изменились – 0-0, а 20-я минута второго тайма истекла. Зрители уже потянулись ближе к футбольному полю стадиона «Старт», чтобы с близкого расстояния увидеть серию пенальти, но не тут-то было. На первых секундах добавочного времени Виталий Шнянин, председатель профсоюзного комитета цеха 16, одной левой пробил сетку ворот команды 32-го. Команда цеха 16 стала победителем футбольного первенства 2018, отодвинув спортсменов 32-го на второе место.